Привет, друзья и гости канала «Алга Петербург». Меня зовут Саша Карельский, и я готов подвести итоги голосования на самую прослушиваемую песню Димаша в июле 2020 года. Напомню, что это уже четвертое голосование Диарс, и с каждым разом конкурс становится все масштабнее и масштабнее. Спасибо всем неравнодушным и внимательным поклонникам творчества Димаша за ваши голоса, идущие от сердца. Июльское голосование оказалось еще более интригующим, так как в списках лидеров появились композиции, которые сделали колоссальный рывок и буквально ворвались в наш хит-парад. Но обо всем по порядку. Так, например, выбывшая из лидеров в прошлом месяце песня «Умытылма Аскун» вновь оказалась в десятке лучших, сместив с пьедестала другую казахскую песню «Махаббат Бермаган». Ох уж эти казахи, все у них байга. На девятом месте неожиданно даже для меня оказалась песня «Олимпика». С пятого места ее выгнал «Новичок». Песня, которую я обожаю в исполнении Димаша. Думаю, вы уже догадались, о какой песне идет речь. Восьмое место. Не верю своим глазам. Как это возможно? Визитная карточка Димаша «SOS». Напомню, что еще в мае эта песня занимала четвертую строчку нашего голосования. Интрига накаляется. Седьмое место в июльском голосовании разделили сразу две композиции. Это «Война и мир», а также шедевр музыкального фестиваля «Новая волна 2018» – песня «Грешная страсть». Поздравляем достойную песню, которая впервые оказалась в десятке лучших за время нашего конкурса. Шестое место. Вы не поверите. Песня, которая два месяца подряд уверенно занимала третье место. А если быть точнее, то это саундтрек к фильму «Creator the Past» «Across Endless Dimensions». Пятое место. А вот и наш новичок. Лучший кавер-трибют 2019 года, по мнению газеты «Московский комсомолец», песня «Любовь, похожая на сон». Ох, как же я рад. Четвертое место – невероятно душевная и проникновенная песня на казахском языке «Карагымай» талантливого казахского композитора Кенеса Дусикеева. Нужно отметить, что песня за месяц поднялась с восьмой строчки нашего рейтинга. Уверен, у этой композиции огромный потенциал. Итак, вот мы и добрались до тройки лидеров. Песня, которая уже три месяца подряд держится в тройке лучших. Третье место. Шедевр от Лары Фабиан, Игоря Крутого и Димаша Кудайбергена. Песня «Your Love». А на втором месте оказалась песня «Хулиган». В это трудно поверить, но факты неопровержимы. Песня, не имеющая аналогов. Песня, которая на каждом концерте оказывается сюрпризом для любителей вокальных импровизаций от Димаша. Это вокалист на песню «Знай». С седьмого места и сразу на второе. «Я преклоняю голову». Ну и, наконец, абсолютный лидер гонки. Первое место. Самая заслушанная и переслушанная мелодия июля. Казахская народная песня «Самалтау» становится абсолютным чемпионом второй месяц подряд. Я поздравляю абсолютно все песни с успешным окончанием гонки. Как видите, и в этом месяце без сюрпризов не обошлось. Предлагаю быть внимательными к себе и к песням, которые вы слушаете в августе, чтобы не забыть рассказать нам о своих чувствах в следующем голосовании. Оно состоится 1 сентября. Всем отличного настроения и до скорых встреч! Алга. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.